Приятель, представь, а вот что, если на самом деле тебя нет? В каком смысле? Сегодня все будет иначе. Всем быстро! Здравствуйте! Ты же не такой! Ты так не делаешь! А может, я такой? Надо было сразу его кончать. Он отдыхает. Да он в смятку! Мужик отъехал! Решил стремнуть. Парень, я не знаю, как это еще сказать. Да девай, но этот город... дыра. То есть вас все время так штырит? Через 24 часа тот, кому принадлежит этот мир, собирается его уничтожить. Что, если мы спасем его? Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Вот он наш спаситель. Запускаем чувака. Он еще не готов. А я считаю, что он готов. Идеален. Вводите чувака. Ты кто? Catchphrase. Catchphrase? А что, не успел придумать, бывает. Хотя catchphrase, catchphrase, очень крутой catchphrase. Вы, думаю, слышали нытье актеров об изнурительных тренировках. У меня на это нет времени. У меня была одна неделя. И должен сказать, уже обалденный результат. Я начинаю день с белковой бомбы, состоящей из отборных человеческих мышц. Чистая органика, все законно. Актерская игра — это управление материей, оценка обстоятельств и здравый смысл. Конечно, в костюм Дэдпула я уже не влезаю, но в жизни главное — рост. Пусть и на гормонах. Но даже со всей этой раскачкой, если меня спросят, какая самая важная мышца в теле человека, сразу отвечу – мой А это кто? Я не знаю. Он ну прямо как ты, только получше. Бу-буди-бу-буди-бу. Он тебе сейчас врежет. Так сильно бьет, а кожа такая нежная.